какая красота, сколько много раз маленький остров, два маленьких острова. Просто не видно вам, три далеко маленьких острова, четыре. Очень много островов. Других мальдивских клубов, которая была тоже робинзоновских, вообще, которые тоже русские приезжают, и сюда просто еще не знают многие русские. Кому, кто хочет когда-нибудь, соберет деньги, приехать и ищет классный отель, я вам гарантирую, Робинзон клуб Нону или другой еще есть Робинзон клуб, забыла, как атолл называется. Это настоящий парадиз. То есть вы ваши деньги забудете, что вложили. Для вас это будет впечатление на всю оставшуюся жизнь. Смотрите, какая красота. Так мы уже почти подходим, это же наше, да? Нет. А что, два раза? А сколько? А вот как раз... Пета, а посмотри, как красиво вот эта штука лежит. А вот здесь красиво, вот этот остров оригинал. И вот здесь тоже красиво можно снимать. Шикарно. Просто шикарно. Голову постоянно. Разные вот эти кориаги, как красиво можно, интересно, сделать видео. Посмотрите, какие. А вот он бар. Посмотрите, вот этот бар, это Сандан Бар. То есть бар захода солнца. Многие здесь вечером от 6 сидят и ждут по 6 захода к солнцу. Фотографируют, коктейли пьют. Бесподобно, друзья. Это просто чудо. Видите, здесь можно так сидеть, здесь, потому что пати недавно было, я вам сфотографировала. А вот здесь, видите, здесь настоящий вот такой, вот здесь как спокойно, как здесь хорошо поплавать, да, Петр? А? Это, а вот здесь, а, даже лежаки есть, посмотри. Балинейские кровати. Только жалко без этого. И вот иногда, представляете, вот кто-то играет, бывает лайв музык. Музыка вживую, и лежишь здесь вот так вот, пьешь коктейльчик или просто лежишь и мечтаешь, ни о чем не думаешь. Вот видите, эти штучки, они из песка. Вот сушнель. А, декабрь блю. Я так. Это мопеда. Огромный скал. Доброе утро всем! Мое первое утро в Робинзон-клубе Нону, Мальдивы. Немножко уставшая, немножко со своим поссорилась. Вот только что стоит вот тут вот, поссорились. Я ему говорю, ну сделай ты, чтоб там через этот, через телевизор делается этот, ну такой узнаешь программа на день. Я еще немножко уставшая, поэтому не обращайте внимания, так полусонная. Там через телевизор можно сделать программу на день. А вот Пета говорит, что это ничего там не получается. А я злая и все такое. Ну ладно. Короче, я не совсем еще пришла в себя после такой тяжелой поездки. 24 часа. Хотела сейчас вам показать, какая красота к нашим. И сегодня сделаю обязательно рум-сервис. А сейчас мы идем на завтрак. Вот посмотрите, какая дорожка к нам ведет. Ну, я надеюсь, что мы получим сегодня этот еще завтрак. Может, мы не успели. Сколько сейчас время, Петр? Хальцин, так, полдесятого. Я хотела вам показать такие классные эти, некоторые деревья. И еще, господи, вчера опять летали. Огромные, ну не только огромные, маленькие, и так щебетали, они так интересно щебечут. Как их называют? Петр, летучие собаки, да? Yeah. Угу. Вот, так что... А, вот я вам хотела показать, хочу с ними даже сфотографироваться. Посмотрите, какие красавицы. Они необыкновенные, вообще такие классные. А посмотрите, какие у них, сейчас покажу. Смотрите, какие у них корни. Это вообще потрясающе. Очень красиво. А вот это дерево. Я от него тоже балдею. Посмотрите, какие здесь вот штучки. Вот.
Ну, в Робинзоне, в нормальном случае, в клубе Робинзоне, в новом, когда, да не новом, всегда программа с утра до вечера. То есть здесь и для детей хорошо. Есть клубы, которые лучше для детей. Есть, которые лучше для взрослых. Кстати говоря, есть такие клубы, где можно познакомиться. Даже вот люди, которые ищут друзей и все такое. И женщины знакомятся, и мужчины знакомятся, все такое. Вот. Так что все понемножечку буду показывать. Немножко уставшая еще. Сегодня, кстати говоря, вчера вечером мы сделали, пошли 6 массажей уже. Значит, я обожаю больничные массажи. Это вообще потрясающие массажи. Может быть, договорюсь когда-нибудь. Кстати, о новых очках. Можешь мне так сфотографировать дорожкой? Немножко вот так. Дорожка. Ребят, посмотрите, это Васа бунгало, то есть бунгало на этих, на воде. Вот, посмотрим. Голодный. Я вчера, ну, стараюсь сейчас, конечно, не есть. Я набрала ужасно. А теперь я знаю, почему я набрала, ребят. Вот знаю, почему. Потому что, оказывается, ну, мало того, что я очень много лежала, мало двигалась после столько болезней, но это не только то. Я прочла мои таблетки. У меня очень много таблеток. И там, оказывается, стоит, что почти каждой второй таблетки, что от таблеток полнеешь. Ну, вот так. И я сказала, менять надо. И, короче, сократила. Беру лучше те, которые больше, те, которые не полнеешь. А те, которые полнеешь, я не беру. Вот. Но одни еще остались, невозможно не брать. Это которые для нерва, ноги. У меня же... Ну... Так, все, мы в ресторане. И смотрим завтрак, что у нас хорошенько есть. Я, конечно, беру легкий завтрак. Так, ребят, начинаем. Так, что у нас? Красная рыба. Красная рыбка. Соус разный. Это очень хороший шинкер. Это что у нас? Итальянский шинкер. Кеза. Это обожаю кезу, но себе не позволяю. Набрала как это. Так набрала. Уж такая жирненькая сейчас. Я себе просто с такой не нравлюсь. Вот разные там, видите, свежие сыры. Это все свежее. Так, это разные какие-то такие блинчики. А вот видите, можно с туной брать. Так, с тунцом. Разные салатики. Так, смотрим. Ну, мне надо, конечно... А, вот, я вам покажу сначала, потом наберу. Так, это у нас, значит, маленькие сосиски из... курочки из картофеля, такие штучки, это там разные, это так. Morning. So. Так, это у нас шпиф, смотрите, сосиски другие, нюрнбергские. Так, а теперь мы покажем, что у нас тут есть. О. А сейчас я буду мюсли делать. Вот это начинается. Мюсли, посмотрите. Из манго, кстати. О, это класс. Сейчас я сделаю. А вот, смотрите, это, кстати говоря, видите, что это соты. Какая прелесть. Ну, все, конечно, для этого. Ой, вот, посмотрите, какие орешки. Смотрите, какие орешки. Чего тут здесь только нет. И пистации. А вот, кстати, посмотрите, какие орешки. Ну все, все, конечно, очень хорошо здесь. Посмотрите, этот, а вот моя любимая, вот это я обожаю. Очень полезно, очень. Манго все так. Morning. Сердинчики, а вот вафельки. Он показывает вафельки. Morning. Morning. I have YouTube канал. You understand? Yes, yeah. Так, это, вот видите, какой басмати райс, и такого еще никогда не было. Его жарят, кстати говоря. А вот эти, это внутри с мясом от этого швайна, ну, по-русски, этого, свиньи, манты, манту.
называется, очень такие утром. Там есть лам, утром такой есть. Рис специально у них очень вкусный. Кстати говоря, рис жареный, так очень вкусно. Вот такие разные сладкие здесь у нас на утро. Ну, все-таки пятизвездочный отель, и у них, знаете как, вот разные сладенькие. Ну, я это все только могу мечтать. А посмотрите, какие булочки. Это, конечно. Смотрите на эти булочки. Ну, прикольно, конечно, булочки. Ну, Робинзон всегда славится прикольными булочками. Вот у них свои декораты, свое, они сами пекут. Так, ладно, ребяточки, ну что, самоварчик у нас тут. Morning. Good morning. А, кстати говоря, вот здесь вот, это свежая ингва кваса. Я всегда пью эту свежую васу. Ингва is here, yeah? Here, ингва, yeah? Вот. There is one spicy pasta and one is ингва. Это мит ингва, yeah? У нас ginger water. Fun? This is ginger water. Ginger water? This one is a ginger pasta. Ah, this... Spicy pasta. Okay, thank you. Вот вода из... Ой, ребята, ну как это по-русски? Я сейчас на трех языках надо говорить. Так, еда, джинджер, вот, это ингва по-немецки, вот, это... Вот сейчас надо вспомнить, подождите, мармелад из... Я все перескакивала, мармелад из ананаса. Так, я возьму такую, значит, да, еще вот это, кроме ингва. И... Honig, ich finde dahin, ne? Honig, honey. Oh, honey is over there. Yeah. Okay, thank you. Так, я его мешаю. Да, я мешаю. Я мешаю эту ингва вода, то есть ингва васа, я мешаю с... сотами. То есть получается бомба для здоровья. Morning. Бомба для этого. Morning. Для здоровья. Это, конечно, классно. Я себя пошла. Боже мой. Ну, господи, как же я... Ну, что я еще не пришла в себе точно. Боже мой. Ну, мама, больно мне. Да что ж мне вообще? А, подождите, ребят. Так. Мне надо что-то такое. А здесь... Я точно еще не пришла в себя. Сейчас иду к сотам. И снимаю соты. Так. Получается. Ну, кофейку, конечно, я тоже возьму на капучино. Сухую манго. Конечно, много калорий. Опять же говорю, но я целый день почти не буду есть до вечера. Да. Это очень хорошие эти, как называют, розины. Я, ребят, по-немецки забываю. Здесь, посмотрите, есть... сушеный ингва, то есть инжир. Ну, как же не по-русски. Ну, вот этот корень, который очень полезный. Ну, уж мне извините. Потом микс из тропических, тоже сушеных. Беру. Ананас я не люблю. Сушеный, потому что он очень-очень-очень сладкий. А вот папайя сушеная, это прикольно. Беру папайя сушеную. Так, это кашка, можно различная. То есть это мюсли кашка уже сделанная. Различная. Ну, я делаю сама. А что у нас здесь забыла? А, хоник. Это уже хоник с тмином. Смотрите, хоник с розмарином. Хоник с орешками. Смотрите, классный. Так, начинаю делать. Йогурт беру. Йогурт беру. Ванильный. Натуральный я хочу. Натурального мало. Вот натуральный. Возьму ванильный. Одну ложечку возьму йогурта. Так, окей. Орешки начинаю брать. Я беру, обожаю пистации, вообще орехи, там столько витаминов, витамин В6, В12, В1, от старости. У меня моя одна знакомая, она очень известная врач по-женски, она говорит, вообще для женщины тоже очень. Смотрите, вот эти вот семечки беру. Беру вот такие семечки, уже очищенные тоже.
Да. А, там с мандалем. Я не буду брать. Так, и беру, конечно, вот эти. Это наши, как в Сибири у нас, семечки. Вот это, конечно, не семечки, а орешки. Это очень, конечно, полезные орехи. Я знаю, знаете, стоят очень дорого эти орехи. Беру их. Я много взяла, потому что дома я себе такие покупать не могу. Она стоит сумасшедший день. Так, ладно, это я взяла. Добавлю еще сейчас фрукты, беру туда. Ложу здесь, сюда, посмотрите, вот, конечно, папайю. Папайя – это очень-очень папайя, полезный фрукт. Да, он стоит очень дорого у нас, поэтому я всегда пользуюсь моментом, если я в азиатские страны, я беру папайю. I forget this fruit name. Passion fruit. Ah, okay. Okay, I like. It's very, very good for body. This vitamin. Vitamin. All fruits are like that, no? What? Most of the fruits are very good for health. Yeah, for health. Yes. Так, в конце я беру мед из орехов. И добавляю молочко. Алло. Есть соевое молочко, а есть просто холодное молочко. Я беру холодное молочко. Вот такая будет моя еда. Наверное, я вот так пока не буду есть. Будет моя еда. И на... еще что-то возьму. До ужина. То есть такая красота. Это же вообще, это просто. Я положу на тарелочку, чтобы она у меня не упала. Зачем? Вы понимаете, если я ем, это, вообще это очень сытно. Если только я ем более плотнее, то я устаю. Я ничего не могу сделать. А это очень хорошо для здоровья, насыщаешься и чувствуешь себя прикольно. Вот. Кстати, я вам хочу немножко показать. Молин. Прикольно, покажу немножко. Эти стульчики красивые, там мне нравятся, вот эти стулья. Вот эти прикольные стулья. Смотрите, очень красивые стулья. Пошла к своему муженьку, что мы с ним. Ну, знаете, вот люди, когда долго живут, и особенно когда они в отпуске, то они часто даже ссорятся больше, чем когда они... Потому что когда редко видишься, так часто не ссоришься. Морган. Морган. Вот я вам хотела показать. Вот здесь мы приезжали. Вот здесь. Тик-тик-тик. Сейчас я выключу свой этот. А вот это вот. Это тоже витамины. Что у нас здесь? Я расскажу ей, ребят. Здесь часто, когда... Да, мужичка. Когда я приезжаю на Мальдивы, у меня часто очень этот... Когда я приезжаю на Мальдивы, у меня часто херпес на губе. Почему? Я не знаю, почему. Связано, наверное, с стрессом, потому что ехать 24 часа. Связано с того, что очень агрессивное солнце, хотя оно очень хорошее, не так уж жарко. Но когда я еду... Когда я плаваю, и когда я солнце, посоленая вода, и плаваю, получается на губах такой, как бы, ну, проблемы, можно сказать так. И мне каждый раз, именно когда я приезжаю сюда, хотя здесь же климат сумасшедший, тем не менее начинаются проблемы с губами. Вот. И я беру вот эту вещь, это просто потрясающе. И для иммуна, для костей, для этого, а это именно оно создано для губов против херпеса. Смотрите, что мой муж выбрал. То, что я говорила, внутри свинины, вот такие вот штучки, азиатские вот такие штучки. Это гречневая каша, представьте себе. И это мясо от лам, то есть от ягненка, да, ягненка, можно сказать, или, можно сказать, этой овцы, да, не овцы,
Это овцы, молодой овцы. Так вот. Да все вам показывает, что здесь показывает. Здесь очень вкусные продукты. Посмотрите, какие красивые шермы. Вот эти вот от дождя. Очень красиво. Это пристань, куда мы прилетели. Обалденно так завтракать, сидеть в таком амбиенте. Такие скалы, посмотрите, вот наши человек. Здесь все здороваются, конечно, остров маленький, все здороваются. В основном немцы или немецкоговорящие, но не только. Я слышала, русские тоже могут сюда прилететь. Очень. И, например, другой остров от Робинзона, от Мальдивы, там тоже русских я много знаю. Ребят, посмотрите, какая красота. Прямо вот покупаешься-то, а потом можно сразу идти в соленую воду. Это просто бассейн. Извините, хочу когда-нибудь ночью покупаться, лечь на спину и смотреть звезды. Это вообще класс. Ребят, посмотрите, какой столик, рецепция. Смотрите, как мрамор, какая красота. И вот эти стульчики мне нравятся, очень такие современные, классные. Ужасно лампа нравится. Ребят, я сейчас зашла, здесь вот продают картины, так оригинально сделаны. Всех приветствую. Посмотрите, как красиво нарисовали картины воспоминания о Робинзоне. Ну, традиционно они здесь рисуют. Немножко, честно говоря, похожий стиль, вот мне нравится. Стиль похож на это, на Таити, все такое, вот так они рисуют. Это Догма, Зюсля, Зюсэмпесин, Зу, Ви, Ангами, Шести. Что это? Друзья, посмотрите, какие красивые сумочки продают летние здесь. А цвет какой обалденный, такой просто. Вы только посмотрите, надо спросить, сколько они стоят. И вот это маленькое для лета, мне нравится. Можно через плечо так повесить, это очень красиво. Потом я спрошу, сколько стоит, мне ужасно нравится. Ну, разные мелочи. Сейчас посмотрю. Очень красивая шляпа летняя. Ой, она такая, не то, что там мягкая, такая плотная, очень красивая. Очень оригинально, посмотрите, какая сумка. Can I photography? Yeah, okay, no problem. For my mother. Yeah, tell the mother you are painting anything mother wants. Oh, Peter Kokma, this is beautiful. Very good, как этот Хольц? Баум, как баум? Посмотри, сколько это стоит. Посмотри, сколько это стоит. С другой стороны, тут вот подними ее. А, дорогое. Это специальный хольц, наверное, 400 что-то. Ой, это очень дорого. Это очень дорого. Это действительно дорого. Красиво, как будто корабли. Это старинные корабли, которые были в Мальдивах. A special material, special, this, I don't know this word in English. Baum. Mm. Yeah. I know this. Barracuda. Yeah, but I don't know. Wood. Material. Wood. Ah, it's from here? No. This local island. But from Maldives. No, this is a Bangkok we bring. Ah, okay, yeah. Okay. Bangkok? Yeah. Ah, okay. Какие интересные эти шорты, красочные. Очень красиво. It's leather, yeah? Пита, this like, I like that, very nice, вот эти красивые повесить, мне так нравится. Я вообще люблю такие экстравагантные. How much this face? Красиво. Вот эти, у меня уже одна есть такая, очень красивая.
Сколько стоит, спросила? It's a $94. That, 94, yeah? Yeah. Mm. Very this is nice. A full painted one, no? Ah, very painted nice. Bag. I like that. We can bring plain one, that is, we can... Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Peter, а вот это вот? Вот это красивое, очень тоже, правда, вот это такое вот? Дорогое. 140. Ну, потом подумаем, что-нибудь одно возьмем, да? Пита, да вот такое, посмотри, тоже красивое. Смотри, а сколько это стоит такое, посмотри. Или лучше все-таки дать ему, чтобы он нарисовал, не так это дорого, поэтому посмотрела. Сколько потом в конце? Сколько стоит? Я не вижу. Сейчас, еще. Все это хорошо, ну как это повезешь такие большие, даже если захотел бы, да? А? Пита. Как это все повезешь? Это же даже не повезешь. Это же тяжело. Смотрю, платья разные. Посмотрите, для детишек какая прелесть. О, Зюз. А чудо. Классное. It's not pearl, really pearl. This is pearl? No. Yes, this original one. Original, yes. Yeah, this red corals. From here? It's mm-hmm. red corals, yes? Yes, red corals. Ah, okay. Mm. Very nice. This is original shark teeth. А shark from shark. Ah, and zilba, yes? Yes. Это настоящий зуб от этого акула. Акула, ну? Акула, yes. You know? No, I just learned. $1,000, yeah? Yeah. Ах, да, pearl, yeah. Very nice, yeah. $1,000. But look, this is 115, yes? That. Yeah. Only one. Yeah, $45 that is. I can shower, please. Can you give me a look? Sure. Not that. Pearl. You not understand. Pearl. The first. First one. First one. I look. Хочу посмотреть, не дороговат. Вот это? Да, вот это. That only one, not together, yes? Okay. Make it further, session. Oh, wahnsinn. Session. Очень красивая подушечка. Was kostet so eine Hülle? Diese. Вы русская, да? Я русская. А, скажите, пожалуйста. Сразу видно. Сразу видно, а вы откуда? Я из Берлина, но русская. Я немец. Ну, я слышала, что есть русские здесь работы. Вот она тоже. Да? Привет. Привет. Золок есть 1990. А вы как зовут Катя? Меня зовут Эрика. Очень приятно. Приятно познакомиться. Познакомились с девочками, с русскими, которые здесь работают. Здрасте, мы девочки русские. Да, вот я снимаю для моей мамы. Украина вообще. Да, ну... А у меня тоже все, и Украина внутри, и русские внутри. У меня смешанная семья. Тоже красиво вот это. А это сколько тут, девчонки? Это тоже вот эти вот все. А вы на сколько приехали? Да вы только приехали, поэтому еще успели. Да. А налочки будут еще, да? Не-не. Тоже, да? Часто все не приходят. Да? Окей. Сейчас посмотрим. Вот эту вот сумочку я решила взять, такую яркую, красивую, желтенькую. И слоника для мамы. Где слоник? Это, покажи. Ну, я хочу показать слоника. Слоника, маленький сон. Не надо, туда давай. Я хочу показать девочки. Извините, что говорю девчонки, это привыкла так. Мы девчонки. Вечные девчонки, да. То есть вы там можете, девчонки, я уже не совсем девчонка, ну. Это все очень относительно. Так, сейчас я еще покажу. Мне так нравится сумочка, такой цвет. Ой, вот такой цвет. Извернется куча газет или еще чего-то, или пакеток. Это а можно такое? Оставить? Внутри? Да. Можно, конечно. Если нужно вот это. Но вы только потом где-нибудь там... Не надо, можете. Действительно. Я подумала, мы же все равно... Потом. Да, все равно куда мы потащим? Куда вы потащите? Вы все равно будете ее как-то использовать. Встретила таких вот молодых красавиц. Девчонок, вот таких вот. У нас еще есть красавицы. Вот, да еще русских здесь.
На острове необитаемом, почти необитаемом. Да еще такие сумочки. Вот такие сумочки продемонстрировали мне. Очень красиво. Хотела вам обязательно показать, как можно зарезервировать вот такой столик. И люди сидят, романтик. Вот романтик. Немножко доплачиваешь, в основном у нас все инклюзив. Вы только посмотрите, какая красота. Это же просто чудо. Good evening. Very, very romantic. Very nice. Сейчас они включат здесь это. Посмотрите, как красиво. Прямо на пляже. Какая прелесть. Очень красиво.